Всем привет! С вами Прия. Сегодня поговорим на одну важную тематику и анонсирую одно интересное важное событие. Давайте войдем в игру, чтобы все нормально можно было рассмотреть в плане календарика. Итак, завтра у нас 21 число. Во-первых, это недельное открытие сундуков, между прочим, с которых мы получим эссенции титаны, или как они там, эти новые эссенции называются, развивающиеся какие-то, не помню, если честно. Суть в том, то, что это именно те эссенции, которые нужны для использования в плане улучшения легендарных вещей до 970-го эквипа. Вот. Получим их 20 штук с еженедельного сундука. Далее будем получать за ларцы посланника. Это те ларцы, которые мы получаем за 4 локалочки. Ну и получается за PvP еще. То есть 2 на 2. Сколько там? 10 выигрышей делаем. Ну, до получения этой звездочки. 3 на 3 аналогично. И РБГ вроде бы аналогично играется нынче. Там изменили сейчас что-то? Я, честно говоря, не разобрался. Потому что далек от мира PvP. Раньше, то есть, было 10 из 10, то есть ты делаешь 10 выигрышей, и тебе дают там шмоточку, да, недельную. А сейчас что-то непонятно. Кто шарит в PvP, объясните, пожалуйста, потому что интересен этот момент. Все-таки эссенции набивать надо, и в PvP я участвовать буду ради их получения. А важно это событие как-то какое? Ну, во-первых, то, что левел кап вещей повышается, а во-вторых, все-таки, что вы увидите, так это то, что начнется освоение гробницы Саргераса. Угу. Именно того рейда, который мы все так ждали. Последним боссом которого является Килджеды. Вот так вот. Будем покорять, будем осваивать. Не знаю, что будет сначала, Нормал или ХМ. Я, разумеется, как это было с Зелью Ночи, вывешу такую вот фигурку, такой вот текст в верхнем левом углу. Я надеюсь, то, что вы заметили его, хотя его надо будет еще подредактировать. Приходите, будем сидеть, будем осваивать, будем обсуждать. Я в роли танка буду, я уже узнал все по поводу этого. Так что все. Все классно. Как бы так уместить ее? Ладно, в общем, я что-нибудь придумаю. Получается, с 21 числа открывается сложность обычная и героическая, а с 28 уже эпохальная. И получается то, что к 28 числа надо закрыть 15 ключик. То есть в период с 21 по 27 желательно закрыть 15 ключик с целью получения высокого эквипа вещицы. Ну, не знаю там, что получается, 925 или 935 будет падать с 15-го викли сундука вот этого. Посмотрим, все будет видно. Всех вам благ, счастья, здоровья. Приходите, буду ждать вас на трансляции. Трансляции там, ссылки на ВК-группу с розыгрышами. Все есть в описании. Заходите, смотрите, может найдете что-то для себя интересненькое. Легендарок вам побольше, счастья там, здоровья и хорошего освоения. Желаю вам, чтобы в первую неделю, да даже какую неделю, в первый день, чтобы вы по-любому убили Килджедена в героике. Я в вас верю, вы сможете. До скорого.